Простите уже, блядь. Всем привет! С вами канал Стофити, я ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 12 декабря, и мы пришли на рыбалку. Пришли мы на то же самое место, где мы рыбачили. Единственное, что мы сделали в тот раз, мы это место подкормили. Сидим уже буквально где-то минут 40. И сами видели, какие поклевочки. Вот уже столько мы наловили. Точнее, здесь больше, конечно, хайкель поймал. И вот калюнка поймал. Да, сегодня же с нами рыбачит. Это хайкель. Марик. Калюнька. Ну и... Ох, дуплетик! Ну и сегодня нас опять сопровождала собака. Это Марик, который тащил нашу волокушу с нашим грузом. Ветер сегодня на улице южный, 7-8 метров в секунду. Сидим также в палатке Снегирь 4Т в нашей. Вот. Со шмелем. Газовый сегодня не брали, сегодня только со шмелем. Отличненько. Сидим, отдыхаем, ловим. Просверлились в те же самые лунки, на которые в тот раз рыбачили. Ну, в общем, чудненько. Рыбалка сегодня еще, можно сказать, и лучше. Конечно, все ждут сишка, да? Хайкель ждет сишка поймать. Ну, сижок такое дело. То есть, то его нету. Дело добровольное. О-хо-хо, дуплетик. Клево тут, конечно, будет недолго. Пока у нас светло. Потом, как только начнет темнеть, все будет хуже и хуже. А темнеет у нас уже рано. Вот, где-то в час дня у нас уже стемнело. Видите, да? Поклевочки идут постоянно. Вон какой клев сумасшедший. Приятственно так рыбачить, приятственно. Рыбачим мы сегодня на опарыша и на манку. Вот, ребята сидят на опарыше, а я вот, видите, маночку зарядил. Вот она. И вот я вот тащу и вытаскиваю вот такую вот сорожину. Красиво, да, ребят? Ну, красиво же. Манка у нас сегодня болтушечка. Ох, хайкель дуплетик поймал. Вот она, наша маночка. И мы ее опускаем. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, да? И пошли поклевочки. Досчитал только до пяти. Ловим у самого дна, где-то сантиметров 5 от дна. Даже играть не нужно с сорогой, ничего, просто поставил удочку и тащишь. Вот, смотрите, вот она идет, сорожена. Вот такая вот она сегодня клюет. Видите, какая? Очень хорошая, очень. Такая где-то грамм 200-300 точно в ней есть. Видите, на пустой крючок даже взяла. Я верхний крючок ничем не заряжал.
маночки, видите, сколько осталось? Там совсем капелька. Но клевать все равно будет. Опять поставили. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, да, поклевочки пошли. И я вот ее тащу. И что-то идет очень... У них сорвалась, ребят, сорвалась. Можете не смотреть. Была очень огромная, где-то, наверное, килограмма на 3. На 4, а то больше было. Оно же, знаете, когда срывается, срываются всегда только огромные. Маленькие же у нас не срываются. Маленькие мы вытаскиваем. Опа! И я тащу ее, тащу. Еще так тащу. Такую тащу. А, блядь! Ох, две! Вторая сошла! Такие какие у меня, видел, какие акулы-то? Да видел, видел. Мормышки у нас сегодня светонакопительные, белого и такого зелено-ядовитого цвета. Видите, поклевочки какие сумасшедшие, там что-то очень хорошее идет, ребят. Очень хорошее, лишь бы не сорвалась. Вот она такая, ребят, вот она красава. Такая хорошая, да, ребят? И все дружно. Да, да, хорошая. Ну, я так понимаю, что рыбалка у нас сегодня продлится, наверное, через час мы уже закончим. Потому что завтра придется делать котлеты, рыбу всю чистить. И делать будем коклеты. Опа, опа, опа. Опа, иди сюда. Ого, ого. Ребят, это уже точно серьезно. Очень, 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 очень какая. Смотрите, ребят. Какая она огромная. Смотрите. Такая приветственная, да? Вот это рыбалка, так рыбалка. Еще бы, как говорится, была бы она с комфортом, чтобы можно было подъехать сюда на машине. Видите, только закинул сразу поклевка, видите, да? Эх, ты ж. Клюет мягенько, аккуратненько, но уверенно. Опа! Видите, какие? Ах, какие лошарики. Видишь, Платон, ты рыбачишь щук, конечно, хорошо, а мы вот такую вот сорогу ловим, видишь, да, вот такую. Марик ты мой хороший, будь ты мой хороший Марик. Вот познакомьтесь, Марик его зовут, да, Марик, ты Марик? Ты Марик, молодец, сидишь, скоро уже пойдем домой. Ой ты, ой ты, ой ты. Дай лапу, дай. О, молодец. Ну все, чуть-чуть осталось, мы сейчас уже дорыбачим и пойдем домой. Пойдем? Домой пойдем? О, 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 о.
Красавец наш. Ох и здоровый же. Да, Марчелло? Мальчуган, а, мальчуган? Давай. Ну давай. Ну давай. Ну дай лапу. Ну да. Ну дай лапу, дай. Вот она, да. Молодец, спасибо. А дай другую. Другую дай лапу. Вот, молодец. Молодец. Хороший мой. Ну все, отдыхай. Скоро пойдем. Очень хорошая была рыбалка. Скажем нашей реке Печора большое-большое спасибо. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! С вами был ваш любимый Санечка. Пока!